Во-первых, я хотел сказать большое спасибо, что пришли, потому что я, пожалуйста. Потому что если бы я пришел сюда один, никого бы не было, я бы очень сильно расстроился. Так что большое спасибо, что пришли. Это первое спасибо. Второе спасибо Максу, потому что, в общем-то, этот первый человек, от которого я узнал, что есть мейджоры, то есть, ну, правда. И, честно говоря, второе, это я у него хотел извиниться за то, что он мне в свое время, ну, после там выпитых, как обычно у нас там, да, бутылки водки на каждого, да, он сказал, а я мечтаю пробежать все мейджоры, вот, ну вот. Не, правда говорю, он был тогда чуть больше, вот, более молодой был, его еще не поймали в сети. Девушка, которая там сзади стоит, вот, она только на него еще охотилась. Вот. Но я так ему сказал, да, ну как так, я тогда вообще, наверное, не бегал, ничего. Я говорю, ну да, как можно, что такое мейджор, он мне так рассказал, я говорю, мечту. В общем, я не хотел извиниться, что я, получается, его мечту, значит, как бы украл, да. Но это лучше, если бы я какую-нибудь другую мечту у него. Поэтому, в принципе, Макс, ты отделался легко, в общем-то. Вот. Знать твои возможности? Да нет. Нет. Вот. То я реально от него первый раз услышал, что есть эти, значит, мейджоры, потому что я, в общем-то, не понимал, не знал просто. Я вообще начал бегать, потому что я хотел сделать там этот Iron Man. Я там как-то узнал о том, что есть. Ну и сказали, что перед тем, как это сделать, надо начать бегать. В общем-то, я так сильно не бегал. Я военную часть закончил давно, но я там как-то бегал. То есть, но я не был никогда никаким. Занимался спортом давно, только вот я там был такой боец, там этих восточных единоборств, но это никак не связано было ни с какими циклическим видом спорта. Вот, и пробежал марафон берлинский. И так вот как-то вот завелось, я его пробежал что-то за 3:25, что ли, то есть с таким временем, которое позволило мне квалифицироваться сразу на Бостон. И тут народ там весь: ты чё, какой айронмен, давай на Бостон, это люди мечтают всю жизнь от этого. Вот. Потом я, значит, на Бостон попал, ну, там вот был взрыв как раз вот в этот, в этот раз. Да. Потому что не факт, что все так хорошо знают про мейджоры, что Бостон это единственный марафон из цепочки, на который ты не можешь зарегистрироваться, не можешь выиграть лотерею даже. Вот, это единственный марафон, на который ты можешь квалифицироваться. Ну, что-то говорят, можно, потому что я вот сейчас вот хотел, я, кстати, вот первое я спасибо сказал, да, а второе хотел извиниться. Перед Максом я извинился, хотя там были разные, могли быть варианты. Но второе я хотел извиниться еще перед вами, потому что обычно сюда приходят люди, я сейчас говорю, кстати, совершенно искренне, ну, которые, ну, такое, ну, вызывает уважение такое, ну или там преклонение перед тем, как они там, ну, сделали. Я, в общем-то, просто пробежал эти мейджоры. Не, ну я вам искренне... Не, я вам просто говорю, потому что там я их там... Ну, я их пробежал не очень медленно, но не то чтобы там как-то сильно быстро. Ну, правда. Поэтому, в общем-то, я, когда вот меня пригласил, я не мог ему там отказать прийти сюда, вот там товарищи мы, вот. Но я подумал, ну как вот, что я приду, там, ну, я искренне считаю, что там, если человек пробежал там один марафон, да, я, наверное, самый тяжелый, может быть, у меня был самый первый, а даже, может, самое тяжелое было, я в Абу-Даби, когда делал первый триатлон, я эти... то ли 5, то ли 10 километров, так бежал, что я какой-то, я потом реально минут 5 вообще не мог двинуться рукой, ногой, вот. Но первый марафон тоже был тяжелый, но потом как-то уже вкатываешься полегче. Как наш президент, он сначала отказывался, а потом, говорит, я втянулся, уже как-то уже, ну вот его слова, кстати, ну и как-то уже нормально, уже там, уже привык. Поэтому, в общем-то, пробежал эти марафоны, ну, правда, это может, ну, любой человек. Поэтому я подумал, что, в принципе,
если я приду и расскажу, и вот как бы обычный человек, и вы посмотрите на него, это тоже вселит в вас какую-то уверенность в том, что многие вещи человек может сделать, это хорошо, потому что если вы не какого-то киборга здесь увидите, который там... Я не знаю, или чемпиона мира. Ну, вот. Медали да, но тут медали всем дают. Я, кстати, вот по поводу того. Ну, то есть, я, кстати, вот сейчас был, когда в Токио, значит, что-то завтракал, подходит такой мужчина, сразу видно, что наш. Ну, то есть он такой большой такой, у нас два таких. И он говорит, ну как, ты нормально, я вот, он говорит, я что-то пробежал. Ты бежишь? Да, я бегу тоже, я все время бегаю, говорит он. Я пробежал 7 марафонов, вот он за прошлый год 7 марафонов пробежал, и за это, он пробежит еще 8. А, и, вот, Бостон, что-то мы с ним разговаривали, я говорю, Бостон, да, вот я говорю, Бостон как-то квалифицировался, но он не может бежать быстро, потому что, ну вот, это единственное, бег такая вещь, ну, чтобы быстро бежать, ну, человек должен быть определенной комплекции. Я всего знаю одного человека, это вот Безуглов Эрик, он еще 98 килограмм и бежит из 3 часов. Больше я не знаю таких людей. Ну, вы его не приглашали, он, кстати, очень интересный, реально. Приглашали? Не-не, ну, да. Вот. Но он, правда, очень быстро бегает при таком, как бы, весе. Обычно... Он хороший врач. Не... Ну да, ну да, да, но все равно обычно такие задохлики какие-то бегать, вот она не бегает быстро. Так вот, этот вот мужчина такой, значит, и он бегает эти марафоны. Я говорю, я вообще никогда не тренируюсь, максимум бегу 10-12 километров, а когда марафон, он как бы, я говорю, ну а кого, Токио за сколько? В общем, он пробежал, что ли, то ли за 5.40, например. Ну тоже получил такую же медаль, в общем-то, и вот так вот он бегает эти марафоны. Я говорю, Бостон, я Бостон бегал тоже. Я говорю, а как же так? Типа, ну, там же надо квалифицироваться. Понимаешь, там, знаешь, там вот. Я говорю, ну, понятно. То есть, в общем-то, ну, нет ничего, для нашего человека нет ничего невозможного, да. Вот. Так что, вот, но я вам зато могу тоже все рассказать, и вас, на моем примере, убедитесь, что вы можете много сделать и уж точно пробежать вот 6 мейджеров или там, если увеличится потом их еще, Макс, придумайте что-нибудь еще. I love running мейджеры. Вот. Да, это Макс сегодня, я такой стараюсь быть самоироничным. Макс говорит, вот человек мейджор, я подумал, что если на русский перевести, это такой человек мажор. Мажорный марафонец такой пробежал, все, значит, эти самые, или мажорная марафонка там пробежала, все марафоны. Вот, это вот такое вступление, дальше все расскажу, все, что может. Тоже здесь все медали, но здесь медали такие, которые... Ну, дается всем. Здесь есть, ну, есть здесь медали, которые мало кому даются. Вот. Есть здесь медали, которые выдавались только людям. Ну, вот мне было еще, когда мне было 50 лет, я достаточно долго вел переговоры с американским правительством. Знаете, что сложная международная обстановка, чтобы они сделали марафон нью-йоркский именно на мой день рождения, когда мне было 50 лет. Вот тяжело, там, Трамп, там, то все, там, Обама. Ну, в общем, как-то в итоге я договорился, и они прям устроили этот марафон, вот прям на мой, вот, на мое 50-летие, я, значит, весело с товарищами, вот, с Максом тоже, еще с другими. Вот еще один, тут два человека со мной бежали, вот, Витя Жидков, да, вот, и Макс Журила, ну, еще были товарищи, которые со мной бежали этот марафон, это, конечно, такой... Ну, я не быстрее всех бежал. Я не быстрее всех бежал. Да, да. Я так бежал, что надо было все сохраниться. Потом мы же еще потом типа праздновали все. Я так думаю, надо как-то аккуратно бежать. Вот. Это незабываемое, конечно, такое впечатление отметить свой день рождения вот марафоном нью-йоркским, самым большим, ну и таким известным в мире. Вот. Это я поэтому сделал медальки такие людям, которые здесь, на нашем монетном дворе, кстати. Я даже не знал, что они там такое делают. Это же такой новый экспириенс тоже такой вот. И еще медали, вот самые для меня дорогие, это у меня есть сын, вот, и он мне делает на каждый марафон, ну и не только на каждый марафон, медали.
Плюс, значит, я там много это делаю, и он уже дошел, его искусство уже дошло до, вот, например, последнюю медаль, вот, токийского марафона. Я вообще сказал, тебе можно уже компанию открывать по изготовлению медали. То есть он самостоятельно, handmade, делает медали на каждое вот какое-то событие. Вот, и на, даже на вот эту медаль большую для всех, он, значит, еще даже вот такую сделал, нашел где-то там, вот, собирает. Это, конечно, вот для меня самые дорогие вещи, когда вот делают, ну, сын. Ну, это уникальных медалей, у которых нет никого. Я вот ради них, ну, будь лицемерием, скажешь, я только ради них бегаю, но, конечно, я их жду, что мне подарит. Каждый, да? Каждый, да. Ну, при том несколько. Да, конечно, на каждый. Ну, он же мне там тоже прям выдает на каждую. Там, на да, на финише, да, и он прям это делает. То есть он, сейчас он уже, у него опыт такой, он уже там. Это только на марафон, он мне еще на Ironman там делал. То есть, там, вот, то есть, прям такое, прям у нас заведено. Что? Время записано. Да, ну, что, где он пишет, там, да, там, вот это, где он там пишет, там, какая-то, то есть это. Токио. Знал, что надо встречать в 3:12 минут. Нет, он не знал, за сколько я прибыл. Я сам-то не ожидал. Ты что-то как-то вот прям быстро бежал. Вот. Вот. Так что, ну, здесь, так как, значит, Максим говорит, он же не может. Мы, говорит, тебя пригласили, ты должен промотировать еще Ньютон. Я, кстати, всем. Кстати, так получилось, что я как там. Амбассадор Ньютона. Я пробежал все марафоны в Ньютонах. Значит, куплены, кстати, за деньги. То есть никто мне бесплатно Ньютон не сдавал. Вот. Да. Но вот это вот два. Ньютон стал делать какое-то время назад к американским марафонам. Ну, вот такие вот тут АХУ. Я бегаю в дистансе, а вот это вот АХА. И вот это Бостон, это чикагский марафон, это нью-йоркский. Бостонский, кстати, что-то я не Тогда не было, но вот последний год они делали такие какие-то, мне не очень понравились. Но если будет красиво, я куплю такое, так как я в Ньютонах бегаю, ну так, они мне нравятся. Вот. Расскажи тогда, Дим, про мейджор. То есть с какого ты начал? У тебя первый был? Первый был Берлин. Но вот там я как бы неожиданно квалифицировался на Бостон. Потом Бостон, потом там был взрыв. Это такое на меня произвело впечатление такое. Там вот эта атмосфера и там, ну, и сам, ну, вот люди, которые там были, как они на это реагировали. А ты уже финишировал, да? Да-да, я финишировал и ушел, так достаточно, я вот так быстро тоже пробежал, мне было очень тяжело, мне там холодно там было, колотило, и я, в общем-то, узнал, честно говоря, об этом взрыве, потому что телефон, я тогда русскую симку, значит, вытащил, купил там американскую, сумму, и только те, кто, ну, через Wi-Fi со мной, и то есть мне не могли бы дозвониться. А я, мне было так что-то холодно, я вот залез под одеяло и лежал там. Этот телефон начал просто там что-то прыгать, вибрировать. Вот, и я думаю, что кому я нужен, что это мне. Вот. И там все спрашивают, как у тебя дела, нормально. И какие-то люди, которые я, в общем-то, как-то с ними не так часто общаюсь. Я так думаю, что-то случилось, почему они вдруг так стали обо мне беспокоиться. Вот. А потом мне говорят, ты что, ничего не знаешь, у вас там взрыв. Ну, марафон, это сейчас мы там к этому, а тогда... Ну, марафон, ну что, какое вот это спортивное событие там, да, то есть, ну, я, и вот я, значит, начал, ну, собрался, пошел вниз, и вот все стало, ну, как, сначала ничего не было ясно, потому что там была полная такая вот неопределенность, сначала вот, был взрыв, там, люди, какие-то люди погибли. Потом там, как это получилось, напротив вот этого взрыва, недалеко от финиша, там есть библиотека, там случился пожар. Но все, значит, решили, что это тоже. Потом стали говорить, что люди в каких-то нашли какие-то бомбы. Ну, в общем, там было ничего непонятно. Весь день длилась такая вот ситуация. Нас там сказали, чтобы мы не уходили из отеля. То есть была такая вот такая атмосфера неопределенности, потому что это было первое какое-то событие,
такое негативное, связанное с терактом в Америке после вот 9 сентября, 11 сентября. Вот. И поэтому все ожидали, что никто тогда не знал, что это, ну, вот там два брата. Ну, думали, что мало ли, что какая-то вот ситуация. Потом приехал НТВ, там да, меня нашли, я им там давал интервью про, вот, про Бостон. Ну, про Бостон. Вот. И когда я уезжал оттуда, я там сам себе сказал, что ну, надо как-то... Притом там еще вот НТВ, там НТВ у нас такая специальная, она такая, ну вы там, как вы приедете, все, это Америка, страшная страна, тут все взрывают там. Ну я им говорю, что, ну знаете, кто, что, какая, у каждой нации есть какой-то, ну как там, придер, ну вот, как сказать, какая-то идея, что ли, национальная там, да, там, ну американцы там, я не знаю, там, устанавливают везде демократию или зарабатывают деньги. Вот я был в Японии, они там все доводят до совершенства, каждый. А русские не сдаются просто. Ну, в принципе, вот я говорю, ну, вот она, так приеду, раз мы же не сдаемся никогда, в принципе. Поэтому вот я там сказал, что поеду. И так как еще мое время на том Бостоне тоже позволялось уквалифицироваться на другой Бостон, ну, в общем-то, я решил приехать на Бостон. А дальше уже как бы, как там... Один раз как-то это, два раза. А потом уже я пошел по наклонной и уже пошел по всем мейджорам. Уже потом Лондон. Потом, значит, после второго Бостона был Лондон. Я пробежал Лондон. Потом, значит, ну, вот за это время я пытался договориться с Бараком Обамой там, на всяких, там, вот, значит, значит, Нью-Йорк. И на день рождения все устроил, организовал на свой день рождения. Пригласил 70 тысяч человек там, да, они прибежали. Да, зрители, да. Вот, ну а дальше уже там оставалось уже, дальше было Чикаго, вот в октябре, в прошлом году, ну и сейчас вот, там неделю назад, вот Токио. Ну вот, все, да, закрылось. Замкнулся круг, да. Про медаль-то расскажи. Да. Про большую эту медаль, да? Значит, вот, я как-то бегал и... Да. Задеть ее? Да. Она такая какая-то медаль здоровая, она как какая-то прям, я даже не знаю. Да, она как орден, да, такой какой-то, мальтийский орден какой-то, да. Да. Ну, тут все мейджоры. А она давно, да? Давно существует вот эта мейджор? Мне кажется, она вот как-то не так давно, да. То есть, ну, так, организация, которая вот, не знаю, вот, мейджор. Организация, может быть, уже не давно существует, но медаль недавно. Недавно, да. То есть, когда вот вы начнете всех там их бежать, там, да, есть компания такая, у них есть сайт свой, вы им пишете, что я вот там пробежал там. Вот, предоставляете им данные, значит, потом, когда вы приходите, значит, на регистрацию вот, последнего мейджора, значит, они там сверяют, что вы там в списке есть, и сейчас в Токио мне наклеили на бип-номер такую шестерочку со звездочкой, которая означала, что после получения медали я должен пойти к ним, к стенду, и они, значит, там смотрят и тебя в смысле, выдают тебе вот эту медаль. И там вот я сделал вот эту медаль, фотографию такую, конечно, спорную там, да, которую вы увидели на вот этом самом. Ну, очень короткие трусики, я имею в виду. Значит, ну, она не, как там, не скромная была, но так как-то. После марафона я чуть-чуть очень быстро бежал. Вот. Да. Да, вот, все, и дальше как бы все. И дальше вот уже вот радуйся, значит, с этим. И гордись. Или там, да. И не понимай, что делать дальше, так как вроде бы уже... Да, не, ну как все сделано? Все сделано, всегда можно. Каждый человек с ума сходит по-своему, поэтому всегда можно себе придумать что-нибудь другое. Да. По идее,
Я, да нет, я предыдущий, я дурной дел не хитрый, то есть, ну вот я, честно говоря, вот так как-то я пробежал, тут я, может быть, я в этом году выбегу, постараюсь выбежать из 3 часов на берлинском марафоне. Ну, сейчас такая идея сразу появилась, я так как-то вот ничего. Я сейчас пробежал в Токио как-то так быстро, мог бы еще быть чуть быстрее. То есть у меня появилось мнение, что я, наверное, может быть, смогу. То есть я не хочу быть, то есть нельзя вот уходить куда-то совсем с ножками, ручками. То есть, ну, в любую тему, либо там в бег, либо там в работу, либо там в любовь, ну как-то все, пытаться найти баланс, это важно, потому что, вот, ну вот, но цели нужны, потому что без цели, вот, кстати, у нас специалист по целям, да, вот, но цели нужны, потому что если нету цели, то, значит, ну нет мотивации двигаться, да, необходимо в разных областях своей жизни ставить себе цели, вот. Просто пробежать. Ну, я думал, честно говоря, до этого момента, как я вот, когда я не пробежал в Чикаго, я думал еще пробежать такой оригинальный марафон. Я, кстати, на самом деле говорю, оригинал. Они говорят, что такое оригинал? Ну, настоящий марафон там, да, кстати, с одной, ну, который из марафона ведет в Афины. Ну, откуда прошло, откуда все и началось, в общем-то. Потому что раз уж пробежал эти, там мажорные марафоны, то может быть. Он такой сложный, его быстро пробежать тяжело, он такой горный чуть, но пробежать как бы историю, раз уж ты бегаешь как заведенные эти марафоны, то, наверное, если есть возможность пробежать там в Греции марафон такой, ну как бы оригинальный, который откуда началось, наверное, неплохо. Ну так я как-то вот его, ну я, ну можно и так будет, я потом пробегу. А так как быстро пробежать, необходимо, конечно, какой-нибудь, который позволит тебе это сделать. Потому что, например, марафон вот оригинальный пробежать быстро тяжело. Он очень горный, там в начале идет, там до половины он вверх идет. Вот, может быть, вот я Берлин попробую выбежать из 3, ну, если получится. А просто он сейчас он будет, нужно время, то есть сделать определенную работу, которая может позволить выбежать из 3, и осенью, да, он наиболее такой вот как бы быстрый, плоский, да, ну, Токио, кстати, тоже, да, он наиболее плоский. Единственное, там проблема с этими марафонами, таким по круговой, там набегаешь больше, чем, то есть, если вы рассчитываете на 42-195, не получится, вы пробежите там 42-800. Там на всех марафонах, на мейджорах, но на Токио не было. Там есть такая линия, они проводят, синюю там или красную. Эта линия самый короткий путь. По нему, ну, надо бежать, потому что они должны мерить по самому короткому. Потому что если они сделают по самому длинному, кто-то пробежит и станет меньше. Но самый короткий тяжело, потому что там, если вы бежите как бы не... Ну, где много людей, ну, они все стараются туда. Ну, там углы, чтобы срезать. Ну, прямо они надо четко. И тогда вроде бы как получается это время. Если, ну, это расстояние. Если вы начинаете чуть заворачивать, там 10-15 метров на километре дает прибавку почти 600-800 метров. Ну, это еще дополнительное. Ну, понимаете, это там кто там чуть-чуть уже с ума сходит по времени. Если просто пробежать, то, в общем-то, ну, у каждого свои же заморочки-то. Вот. Вот тут надо аккуратно, потому что мы же все в секте, это беговое рабство, да, или как-то? Да. Вот. Мы же все, то есть, мы же собратья по этой секте. Нью-Йорк. Да, самый сложный, мне тоже кажется, Нью-Йорк, даже примерно, там набор самый большой, и в конце там очень неприятный первый мост, там Верозана, он прям с самого начала, там было сложно, потому что это единственный марафон, где просто народ встал, мы так вот просто встали, и все, ну все, просто все остановились, то есть просто это был марафон, где просто через там, я не знаю, там 300 метров или 500, просто все остановились, потому что там была толпа и как очередь.
И люди, значит, там просто начали. А там же я стартую так более-менее, ну не в самый, я обычно где-то во второй стартую. Первый, кто бежит из трех, там, а я там 3.15, 3.10, я там во второй. Но там тоже люди, которых для время, для которых... И они хотят, они не могут просто, это же время, им цигель-цигель, а-лю-лю, а ты же там прошел вот эту зону, и у тебя включился. И там кто-то куда-то по каким-то парапетам чуть ли не лазить, по этим канатам, то есть он по ногам там что-то пропихивает. Люди разные, кто-то, может быть, ну, готовился сильно, для него это очень важно. Там, да? И, а там как этот мост, он там посередине барьера, потом там какими-то металлическими штуками, там такие вот узкие были ворота, и вот мы там встали. Все, и там сначала идет вверх чуть-чуть, потом вниз, потом очень хорошо там по какому-то там, то ли Бруклину. Ну, в общем, там плоско сначала все, а вот потом, когда перебегаешь в Манхэттен, там вот этот мост, он очень неприятный, но он длинный, и прям вот, вот, ты его перебегаешь, потом бежал на Манхэттен, и там плоско опять, то есть хорошо-хорошо. А потом в конце, уже где-то после 30, там вот эти начинаются два моста таких очень неприятные, прям вот уже, когда ты устаешь, любой такой мост, он тяжелый. И в конце ты бежишь все время вверх. То есть, когда центральный парк у тебя оказывается, и там все время вверх, вот вверх, 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 вверх. Бруклин, да, там сначала, то есть... Через Квинсборо бежишь. Через, да, да, да. Вот он такой очень неприятный, он прям долго бежишь, еще там, и он еще такой, он то ли железный, и ты бежишь, и как-то ты... То есть он как-то начинает вибрировать, но не под тобой, а вообще. То есть он какой-то, там нету твердой поверхности, он какой-то, ты иногда попадаешь, потому что людей много бежит, а они его то ли раскачивать начинают. Что? В градусах можно? В градусах, а поскольку бежать? А, да не, ну там сколько, ну может там, я не знаю, ну может градусов, я не знаю, 10 может там как-то. То есть, ну так он там, ну может там 6. Ну обычно мост просто... Да, да, да. И он такой, он как-то это бежит, это тоже неприятно. Он такой бежишь, ты как ты как будто ты можешь не попасть. Он так чуть-чуть начинает так вибрировать, и ты так как-то вот. И еще там ты бежишь внутри моста, сверху еще мост, то есть такой еще такой. Ты да бежишь в этаже. Там два этажа, то есть там разводят. Да. Веразана там, первый. Там тогда был, там, мне кажется, все начинали в одно. Да, там две волны стартуют сверху. А, ну может быть, да, то есть я их не видел. А вот там ты бежишь в этом, там вот такая штука, все какое-то темное какое-то, вот, и ты там бежишь, потом выбегаешь. И вот там очень, после него очень много людей начинает стоять, все кричат, ты вниз сбегаешь, и дальше по Манхэттену туда, там плоско очень хорошо, а дальше вот эти пару мостов в там, Квинс, наверное, да, Квинс, ты забегаешь в Квинс, ну, чуть-чуть. Бронкс. Потом заворачиваешь, а потом вот в конце вверх. Ну, а и финиш, ну, там, правда, финиш уже, да, но все равно он финиш просто вообще вот такой, просто, ну, совсем. Ну, его не видел, он просто какой-то, как прям, ух, гора, как лестница какая-то, жух. Вот. Там набор в общей сложности, ну, по моим, то есть если примерно где-то 200 с чем-то метров набор и в Лондоне, и в Бостоне, то да, где-то 400 набор, ровно два раза больше в Нью-Йорке. Вот. А по погоде какой самый сложный марафон? Погода она не попадает. По погоде вот был второй, очень был жаркий второй Бостон. Просто я не очень хорошо жару переношу, прям мне прям становится. И плюс я там еще гель съел какой-то с кофеином в Бостоне. Второй Бостон прям был очень тяжелый. То есть, не, ну, для меня тут каждый человек свой организм, он надо тестировать. То есть, например, что? Гель надо есть. Есть такая теория, и для меня она права. Вот она всегда говорит, что, например, для меня, если жарко, если я ем что-то с кофеином, мне прям становится плохо. То есть, мне лучше не надо. Вот это надо понимать, это надо пробовать. Вообще никогда ничего нельзя пробовать на самой гонке. То есть это прям вот такое должно быть для вас железное правило. Ничего нового на гонке, новых друзей, новых этих тоже. Никому не приставать никому на гонку. Все только старые. Марафон, если ты что-нибудь новое было у вас?
На Токийском время новое было, да, да, в конце. Новое время было. Что, что? Диета или подготовка к себе. Вассаби там. Вассаби. Я нет. На самом нету. Как говорить, на самом нет, ничего не было. На самом все было по плану. Да. На самом я вот новое было, что я очень. У меня был сильный негатив сплит. То есть я начал. То, что я. Вот это тоже, кстати, наверное, могу сказать. Опять, это тяжело, конечно, для каждого человека. То есть, ну, важно не начинать быстро. Я все время как бы с. Но там в Бостоне там, ну, вначале идет вниз, там где-то 10-й километр, все начинают бежать, а в конце, а потом вот после 27-го, там вот этот Хьюдбрэхилл и так далее. Вот, а в Токио мне удалось, как бы, там тоже был вот вниз вначале, я как бы держался, я еще там бежал еще с несколькими нашими товарищами, я говорю, что хотите делать, я бегу вот прям. И я вот начал... Ну да, там они там. Один даже убежал вначале, и потом, значит, я его да, догнал. Его. Ну, я просто бежал сам по себе, он просто убежал, а потом он как-то он почему-то стал приближаться. Вот. Такое интересное такое состояние. Ну, убежал, все же бегут в своем. Это вот у меня была такая. Это есть такая Шубина. Такая, вот, что? Да, хорошая такая. Мы с ней бежали. Здесь какой-то, кажется, то ли полумарафон мы с ней бежали. Вот. Давно. Это было в парке Горького. Значит, мы бежим. Наверное, полумарафон. Значит, ну все, мы бежим как-то, все, там еще, кажется, бежу, это она мне говорит мне. Ну, мы там пробежали, когда 15, она говорит, ну, я типа. Ну, вместе мы бежали, я там никаких таких не было целей сильных. Ну, я типа. Сейчас бегу. Я говорю, ну давай, что, ну я сейчас типа, ну мне надо. И она как дала там где-то, ну и побежала куда-то, все. Ну и все, я там бегу. Потом, ну тоже думаю, мне тоже надо потихонечку начинать. Бегу, гляжу, Вика. Вот, она, я говорю, ты что такое? Она говорит, что это я рано начала быстро. Ну вот, ну это ну шутка, ну просто такие. Она говорит, ну я... Но она добежала, ну, в смысле, что она как-то очень, наверное, рано очень побежала быстро. То есть это у меня тоже сын вот в этом Iron Kids участвовал. Я там так за ним переживал. И вот беговой этап с ним тоже как бы бежал. Вот бежал, а я не знал трассу. И что-то я вывернул, значит, когда мы бежали, я повернул. И я гляжу, там уже финиш. И я ему говорю... финиш, а он уже устал, и он как дал, как заяц, он же маленький, обогнал меня тут же, ну и ухватил на 100 метров, а там еще надо бежать, еще 300, а он уже не может уже, все. Вот, я добежал, ну конечно добежал, но я его там, говорю, давай, пожалуй, извини, там, то есть, я рано очень как-то его, вот, поэтому тут вот про марафон, это, конечно, не как, Сейчас я могу что-нибудь не то сказать. Не как начать бежать, а как вот закончить. Вот, то есть, вот это, да, и вот у меня получилось, я там начал бежать. Ну, для, вот там, 4.35 начал, а последние там где-то 4 километра я бежал по 4.14. Ну, вот, то есть, это быстро. Ну, это в конце при том. Это очень важно, конечно, когда ты можешь бежать. Ну, и под конец люди, конечно, встают, и ты там пробегаешь всех. То есть, ну, когда ты заканчиваешь так... Ну, стронг, я не знаю, сильно, это хорошо. То есть. Сколько километров по 4.35 уже? По 4.35 я бежал, мне то сначала мне надо было. По 4.35 я должен был бежать 21 километр, а потом начать там 4.30, 4.20, и потом там 4.14, и потом на все деньги какие-то 2 километра. Но я боялся все время, потому что мне все время, меня вот очень было тяжело, там где-то 30. Там, ну, какой-нибудь там 4-й, 35-й, вот, Чикаго, прям я прям стал так, ух, прям я стал сильно, видно, как вот тот, который от меня убежал, там, ну, это Винокуров, Саша, вот, я прям стал сбавлять. И я боялся прям, думаю, что там будет со мной, вот, а то как-то ничего, я там как-то раз, и бежал. За пульсом я посмотрел более-менее ничего. Вообще надо смотреть, потому что пульс является сильным ограничением. Ну, если вы знаете, там, если у вас там, это, ну, для кого как, но, например, если пульс свой порог этот анаэробный, то уже
ну, тяжело очень бежать, когда пульс там, если у меня там свыше 160, я просто не могу. Ну, уже вот тогда ты и встаешь, когда пульс. Ну, у каждого, я же не тренер, я не знаю, для этого должна быть статистика там, но для меня, например, ограничительным является, вот, конечно, пульс, когда пульс у меня завышается. Некоторые говорят, низкий пульс, но не может бежать. Я не понимаю вот этого. Я не могу бежать тогда, когда у меня пульс уже зашкаливает, и все. И вот тут с ним надо аккуратно. Вот почему, если быстро начнешь, пульс сразу вот прыгает, и дальше он уже не, ну, как бы не опускается. Поэтому надо вот... Вот уже с ним ничего не сделаешь. Ты можешь остановиться, он у тебя упадет, начинаешь бежать, он тебя опять уже в эту зону сразу заскакивает. И вот тут вот, конечно, надо либо определенные тренировки, которые позволяют тебе держаться, или отодвигать свой порог. Вот. На сам марафон кто-то пишет план, как раскладывается? Да, обязательно, конечно, тренер должен писать. Ну, первому марафону как ты готовишься? Первому марафону... Вот, ну, я говорил, у меня была такая, я решил сделать этот Ironman, там, да, и вот в качестве подготовки нужно было, значит, нужно было пробежать марафон. Ну, сказали, что ты должен пробежать марафон, потому что, вот. И я к тому моменту сделал несколько триатлонов, стартов таких коротких, там, я сделал, планк тоже сделал, я сделал, да, сначала спринт вот в Абу-Даби, потом сделал олимпийскую дистанцию, там 51-50 в Берлине, потом половинку сделал в, значит, в Австрии, вот, и был марафон как самая такая, вот, я не знаю, наверное, уже к тому моменту, наверное, Дэвид мне, наверное, и писал, наверное, там, ну, есть такой Дэвид Уорден, американский тренер, да, вот, и здесь его секта мормонская, вот он мне, наверное, и писал, я думаю, что он, потому что вот он у меня давно там был, я давно с ним занимаюсь. А сейчас триатлоном продолжаешь заниматься? Ну, я, да, я все время, я так как-то, ну, занимаюсь, но вот сейчас вот я думаю, сейчас надо мне определиться вот с целями, потому что я не думаю, что у меня все получится. Но мне нравится триатлон, потому что, ну, все вот эти циклические виды спорта, они, конечно, еще которые делаются на улице, на природе, для меня являются таким. Какой у вас рост? Рост 1,77 где-то. А вес? Сейчас с утра был 69,4. Сегодня. Вот. Что вы видите вообще? Да я, кстати, могу сказать. Мне понравилось, я недавно прочитал, тут он, кстати, вот, мужчинам, конечно, верить нельзя, Степа, ох, мне говорил, придет, но не пришел. Вот, а вот он недавно, где-то вчера, прочитал у него на Фейсбуке по поводу еды. Я полностью, кстати, разделяю, прямо он так написал, я бы тоже так написал. Я ем, в принципе, все, но к организму надо прислушиваться. То есть, значит, мне еще чуть-чуть, как везет, не везет, у меня... есть такая небольшая проблема с поджелудочной железой, и я не могу есть ничего ни жирного. То есть я могу есть, но мне плохо потом. И поэтому я как человек, ну, бывает, меня так срывает, но я ем достаточно пищу такую, как бы, ну, я не знаю, как здоровую, что ли, можно ее так назвать. Но потому что я просто, она мне, вот, я если там съем какой-нибудь, сожру какой-нибудь кусок, какой-нибудь колбасы, там, или, то мне потом плохо. Вот. Я не знаю, что это такое. Может, я делаю, но я... Вот. Вот. И нет. Вот, я ем... Мне нравится много всяких овощей, салатов. Если я не делаю никакой физической такой активности, такой, ну, тяжелой, мне не тянет там, на какие-то мясные продукты или рыбу. Там. Вот, если я сделаю какой-нибудь, вот, например, вот после Нью-Йоркского марафона, когда я шел там туда, мимо, там у них продаются такие в Нью-Йорке, знаете, ну, видели ли, там где-нибудь сосиски продают такие, вот сосиски. Вот я там остановился и съел там что-то 5-6 сосисок, ну, без хлеба. Ну, вот мне супруга там покупала, я этот хлеб выкидывал, ел сосиску. Ну, видно организм. То есть тут важно у каждого свое, но надо чувствовать, потому что, например, съели что-нибудь, я, например, вот, ну, кофе пью там, да, вот если я с молоком пью, мне потом желудок болит. Там, да. Сахар, я отказался от сахара давно, прям.
прям это было тяжело. Это такое, у меня было несколько периодов в жизни, что вот я как бы над собой работал, чтобы от чего-то там избавиться. То есть от, я раньше пил такой, ну давно уже, сахар, чай с сахаром стоит, нельзя было. Вот сейчас вот я даже, наверное, его не смогу даже. Я прям себя заставлял. Это нужно усилие воли вначале, потом проходит, уже потом даже не можешь. Я, ну, почти сладкого ничего. Сейчас вот почти, то есть мне не хочется, то есть это надо вот, чтобы что-то сладкое, но нельзя сказать, что я вот прям вот такой фанатик, то есть, что вот если, то есть, но вот, наверное, из сладкого я могу, там, мед, там, да, ну, вот я, например, кашу там ем, там, да, с утра, там, ну, я могу добавить в нее, потому что иногда ее есть невозможно совсем. То есть, ну, правда, ну, да, ну, ее, да, но вот если, там, да, ну, у меня вот, да, у меня вот. Во время гонки употребляю. Перед гонкой, да. Ну, я, значит, ну, я гелий ем, потому что мне ничего не влезает, когда, то есть, я не представляю, как можно что-то съесть. Ну, когда ты бежишь так более-менее быстро, мне кажется, ничего нельзя съесть, кроме гелия. Притом, гели мне должны еще быть такие разбавленные, то есть, мне вот, я там пробую СИС, да, потому что у меня был один раз, я такая, ну, я люблю что-то попробовать иногда, но потом возвращаешься. Например, я когда вот, у меня был, вот я там, из Алькатраса там убегал, там, да, вот там была гонка, и, значит, я там купил в Америке, и там тоже мне рекомендовали какие-то, но гели, а гели часто бывают такие, они прям плотные там, да, то есть. Я, значит, помню, перед беговым этапом, значит, велосипед, там велосипед короткий, там, да, ну, я, значит, гель этот съел, он такой прям плотный, он как-то у них называется, только как, я уже забыл, Хаммер, кажется, он такой в Америке достаточно известный такой гель, Хаммер. Я, значит, его раз, он такой раз, и прям как бы, ну, он встал. Ну, что, я его запиваю водой, вот, все там, а там, ну, там 2-3 километра остается, прибегаю, значит, и... Это вот. И ну, с велосипеда слезаю и вниз, чтобы ботинки, ну, поменять. И у меня вода, которая там, она такая, она прям вылилась обратно. То есть она как вот, как будто вот, как в этот самый, я ее выпил, сосуд, да. И я такой, я наклонился, она у меня раз. Я думаю, ну ёкала, это все на все это. Ну, гель, ну там он уже чуть с гелем, вода же уже она там замешалась уже с гелем, поэтому. Поэтому как бы вот. Поэтому вот мне нужно такое, которое вот оно совсем, ну, как водичка такая. Вот, вот СИС нормальный. А сколько штук вы с собой берете? Да, вот, да. Ну вот я как-то разный. Ну вот сейчас я последний раз, вот я взял 4 там, да, то есть я где-то на 15-м километре съел, потом где-то на 25-м, 15-й, 25-й, потом 32-й и 38-й. Там, да. Наверное, последний уже так уже. Я 4 думаю, ну, возьму. Потому что раньше я брал каждые полчаса, но как-то вот есть мнение, что много не надо, да, его есть. Много их не надо есть. Но, тут важный фактор. Я, например, вообще могу бежать вот без геля. То есть я часто делаю такие, ну, когда, например, длинные тренировки, я утром, я вообще ничего не ем. То есть, ну, длинные тренировки, это же раз в неделю приблизительно, то есть, но вот такие, которые не интервальные там тренировки, то есть, я думаю, что не, ну, можно их делать, но я еще могу еще и не пить еще, к тому же, там, да, я не уверен, что это, нет, я имею в виду во время, нет, я могу не пить, но очень хочется, да, то есть, но это не очень, говорят, хорошо, надо, вот, надо пить, особенно. Во время гонки, да, я вот брал, то есть, такие, по чуть-чуть я старался где-то брать и хотя бы, вот, ну, там они каждый так, наверное, первый раз я, наверное, когда с гелем, учусь, с гелем после, ну, это гели не требует, но я как бы так чуть-чуть, ну, может быть, между ними, когда чувствую, пить надо тогда, когда ты чувствуешь, что у тебя пересох, не надо пить просто, то есть не надо. Вот, вот, мне кажется, с питьем надо пить только тогда, когда хочется, то есть когда, ну, пересохло во рту, сухой рот, тогда надо. Скорость тренировок какая, ты когда 40 там,
Не, ну 40 не бегать тренировки. 40 это много. Говорят, не надо бегать больше там, 32 километров, потому что восстанавливаться. Ну, я опять, я не тренер, поэтому я могу только говорить свои ощущения. Я бы не стал вас, ну, к моим словам относиться как вот какой-то вот правильным там указанием, потому что... значит, еще, кстати, я уменьшил чуть-чуть объемы вот к Токио. Это не сказалось на скорости. Тут важно бежать, мне кажется, вот если делать... То есть, ну, у меня, правда, очень сильная уже наработанная база. То есть я столько бегал уже, ну, много бегал. То есть я могу бегать, то есть я могу бежать... Если не быстро, то есть я могу бежать, наверное, долго очень. Да. Если еще питаться, там, я могу, наверное, я не делал ультра, да, но я могу бежать. Ну, мне не нравится бежать, я могу бежать как... А ты планируешь, кстати? Ну, да, ну вот это интересно, конечно, пробежать. Но это... Комрад, да, комрад можно пробежать, да, туда-сюда, сразу, да. То есть, да, комрад. А в пустыне? На 30, какой скоростью? Надо, если тренировка, лучше бежать прогрессивно обязательно. То есть надо начинать медленно и потихонечку все равно увеличиваться. Да? То есть увеличиваться. И к концу надо бежать, наверное, как вот планируешь марафонский темп, либо даже, может быть, чуть быстрее. Просто обычные длинные тренировки нужны, если наработать просто базу. Если вы начинаете только бегать, там, да? но потом это... Тут вопрос, если, ну, вот так и бегать, если, грубо говоря, бегать медленно и долго, так и, ну, то, что тренируешь, так и, то есть это вот база, да? Если хотите быстрее бежать, надо делать такие интервальные тренировки разного типа, меняя их, там, может быть, бежать быстрее, потом чуть-чуть медленнее, опять быстрее, так, чтобы симулировать последние тяжелые километры в марафоне, то есть тогда, когда тяжело, потому что марафон начинается реально там после, наверное, там кого как, ну да, там кого 33-й, до этого это все такое. Объемы какие у вас? Объемы где-то 70, где-то, наверное, километров, да. Это просто ну, 3-20, да? Ну да, да, 3-15. Ну, то есть вы заметили, 3-15. Что если объемы повышаете, то в принципе результат не сильно, да? Нет, не, это важно, да, важно качество тренировок. То есть я считаю, вот, то есть если просто бегать, то есть можно бегать каждый день там по 30 километров, да? В принципе научитесь бегать, ну и также пробежите там, ну, вот. Но тут надо, организму надо и восстановиться. То есть, по идее, их же сколько там, несколько видов там, типа тренировок. Ну, я думаю, у вас там тренировок-то много. То есть, есть просто вот эта длинная тренировка, есть интервальная тренировка, есть темповая тренировка, самая тяжелая, когда ты бежишь 20 минут достаточно, там, быстро на своем пороге. Там, у меня это где-то я по 4 минуты должен бежать. 40, ну, поменьше, 20 минут там, да, 20 минут. Но это на пороговом, то есть, ты не в марафонском темпе бежишь, а ты гораздо. То есть, если я бежал марафон сейчас... По 4:30 получается, чуть быстрее, 4:20 чем-то. Вы за 16 недель готовились? Ой, я даже не знаю. Я все время бегаю, то есть, как бы, наверное, не... Ну, то есть, не... вот на саму подготовку уже к марафону, да, там, понятно, что в межсезонье, может быть, вы бегали, там, ну, так вот, серьезно, и так, я, да, где-то недели, месяца три, наверное, я там, да, ну, тут еще попадал Новый год, ну, хотя я тоже бегал там везде. Не-не, я там 1 января бегал, то есть, да, там, уехал вот, в горы и туда, съезжал вниз и бегал внизу там. Вот, а после марафона сколько там, через месяц? Не, я уже бегал, я был в Токио, я там через 3 дня бежал уже. Ну, мне нравится, я просто, где бы я в каком городе не находился, для меня его пробежать, это как бы почувствовать его. То есть я про его как бы ну, не пропускаю через себя, я просто не могу не бежать. Я там бежал, там, ну, если воскресенье... С Ксенией мы пробежали, понедельник, вторник, где-то, наверное, я в среду уже побежал там, да, то есть так. И потом бежал. Вот сейчас побегу в субботу, побегу там 18 километров уже прогрессивно, то есть. Ну, я много бегаю, то есть я уже просто, тут надо очень аккуратно, то есть то, что для одного человека, ну, то есть надо, не надо вот это сломя голову куда-то бежать.
Да. Бывает день, когда вам тренер говорит, вот должен пробежать, а вы вот говорите ему, нет, я не могу, ни в коем случае не пробегу. Не, такого не бывает, я просто не могу, потому что у меня там по работе, то есть я же работаю, я бывает, мне не получается. Но я стараюсь, говорю, вот я, мне не получится, я физически говорю, лечу там, я, ну, мне не получится. Но и меня тут, хорошо, мне нравится бегать, я, например, там вчера там как-то перелетал, я там встал там полшестого, чтобы там в шесть там пробежать, потом, ну, то есть, если я могу, я это делаю. Но бывает нет, ну, не получается тогда. Меняется план. План – это же не догма такая. Вот. Если, конечно, это происходит постоянно, то, конечно, тяжело. Ну, ты же должен сделать работу какую-то, чтобы получился результат. Да? А так его можно менять, это на это не влияет. И помните, если вы там что-то даже какое-то не пробежите или не добежите, жизнь от этого ваша не станет ни лучше, ни хуже. Это надо помнить. Хотя мы все и в беговом рабстве, там, да, но, вот, но мы же не тупые качки, то есть мы же бегуны. Да, конечно, да, 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 так что, да. Да. А, значит, ну, кстати, Нью-Йорк так же, ну, как, или так, да, 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 да. Но если самому не получается, там, да, то ну, мне легче, я могу позволить себе там, купить вот, ну, через Калачеву. Там. А так как после того, как я около у нее закупил там, этих марафонов, ну, то есть, так, у меня с ней да, отношения хорошие. То есть, ну, вот так вот. Либо сам регистрируешься, либо ну, вот через. Да, участвовал, конечно. Мне не везет. То есть, мне кажется, жизнь говорит, ты какой умник, иди там, занеси деньги, а то ты хочешь на халяву, не получится. То есть, каждого, то есть, То есть, если вы сейчас выбежите из 3 часов, да, то есть, у вас будет как фастранер, да, уже будет. Это только там, мне кажется, вот Нью-Йорк там дает возможность, кажется. Вот Нью-Йорк, кстати, чтобы ты просто-то прошел, там нужно очень быстро бежать. То есть, в Бостоне... Ну, правда, сейчас на Бостон много народу хочет. Там они сейчас сделали такую ступенчатую. То есть, например, там, ну, если, например, вот там мое время сейчас по возрасту, вот там, я не помню, например, 3:30, например, да, то сначала они начинают, у кого там разница, там, что-то 30 минут или 20 минут дают там этот день. Потом следующий, и если этих людей быстрых не набирается, они как бы спускаются там вниз. Вот такая ситуация. В Нью-Йорке там просто, если ты там, кажется, из трех, ну очень сильная такая разница, тогда тебя там запускают. Вот есть гораздо быстрее бегун, чем я, моего возраста, это Юр Строфилов такой, вот он бежал в Нью-Йорк, там он там чуть ли не самый быстрый был. 2:49, да. Вот, да. Но это он сейчас пробежал, Токио, 2:49. А в Нью-Йорке, мне кажется, он 20:50. Но все равно он из трех выбегает. Вот он быстро. Вот он туда, в Нью-Йорк, попадает, как быстрый там бегун. Вот. В Нью-Йорке из 3 часов бежит меньше 1000 человек. То есть, в очереди долго. Очередь. Он, наверное, там, я не знаю, он как заяц там, наверное. Вот. Да, ну, мне тут уже, тут куда уж, тут что-то. Не, ну я все-таки был без, я так спокойно, я бежал в Нью-Йорк без, вот, без такой цели какой-то. Ну, я бежал, я вот с Мишей Ивановым, у вас он был, нет? Я Миша, да, вот мы с ним вместе бежали, он со мной как бы как подарок, мы с ним вместе бежали, вот, и мы так спокойно бежали. Ну, как в темпе, но без, вот, ну, в очередь, ну, значит, в очередь там. Мне надо было сохраниться. В Бостоне боролись с первыми горками? Там я обычно старался все марафоны, трассу как-то ну, проехать там на машине, ну как бы почувствовать вот, по возможности, где что ожидает, ну как-то вот на... Ну, горки надо... Как? Горки что? Надо бежать коротко, бежать там, да, стараться не выиграть на горках. Потому что если упираться сильно в гору, то это вы выиграете там несколько секунд, но это даст потом. То есть надо бежать просто ну, почаще, вот, почаще бежать и коротко, но вот потому что пульс сразу уходит вверх.
Что? Вниз, ну вниз надо накатывать чуть-чуть, да, там, ну да, вниз надо отрабатывать, уметь бежать вниз, это тоже надо тренировать, это непросто. Плюс, например, ну я там не очень молодой, мне еще там всякие суставы, мне, кстати, от вниз, я чуть-чуть там по горам, когда там бегал, у меня потом там проблемы. Потому что у меня правая нога, но у меня прооперирована, переднего креста нет. Я когда в детстве там, был бойцом, там, да, мне, там, я потерял передний крест, вот, и потом его сделали операцию, но после этого чуть-чуть разболталось. Вот, и бег-то нормально, потому что он все время вот так вот. Но когда ты бежишь, если вниз сильно, то ты не можешь. Я почему там вот ньютонок бил или в таких сниз перепадом, чтобы все-таки стараться как-то амортизировать, чтобы не было удара на пятку, потому что когда ты на пятку бьешь, или мне так кажется, я бегаю там наперед. Но ньютоны дают такой небольшой плюс, вот, это, вот эти штучки эти, да, они там тебя встречают первыми, там, да, и ты как бы чуть-чуть амортизируешь, и нету ударной нагрузки на суставы, там, да, вот. А когда вниз бежишь, это очень тяжело, как бы, вот, и поэтому я, например, там бегал, когда вниз, именно вниз, то потом у меня там начинала там раздуваться чуть-чуть нога, вот. Но такие горки для роуд-раннеров, там, да, вот в Нью-Йорке они, у них, вот Нью-Йорк входит у них там ассоциация роуд-раннеры, то есть бегающие по дорогам, там, да, есть трейл-раннеры, вот. То вниз тоже надо уметь бежать, там надо тоже накатываться, то есть не тормозиться, а накатывать, и чуть-чуть как раз вы догоните то, что вы бежали вверх. По идее. А, вопрос еще. По поводу тренировок в межсезонье. Вы говорите, 3 месяца, да, там понятно, у нас уже и темпы выйдут, да. И интервалы, и длительные, там все в плане. А вот перед вот этими 3 месяцами. Ну вот у меня зима, но это я, ну вот, я, ну да, мне нравится, я бегаю, плюс еще я бегаю, вот если куда-нибудь вот семья уже в горы, я бегаю в горы на скитуринге, это дает такую общую нагрузку. В межсезонье, плюс очень важно, вот я некоторых вещей не делал, которые, я думаю, да, ну это минус. Это я сам искренне считаю, что вот это слабая сторона. Это надо делать всегда, конечно, ОФП, то есть силовую нагрузку, потому что это важно иметь там мышцы. Но лучше со своим весом, там не с какими-то весами, а вот много упражнений там на ноги, на спину, на пресс, там, да, со своими весами, там, стульчик какой-нибудь, планка, там, ну много. И тянуться надо, потому что, конечно, особенно с возрастом, когда мышцы укорачиваются, и любые, особенно если ты начинаешь быстро бежать, то я, например, вот, конечно, за покраску пробежал, столько узнал, сколько можно разных травм получить, я даже не ожидал. То есть вот прям. У меня, наверное, все, что можно, как-то потихонечку так тыр-тыр-тыр, где-то там. Ну, потом, ну, так без каких-то, ну, кардинальных каких-то, вот, да, ну, то что-то, то там, то там, то там, и все время в разных местах, кстати, не то чтобы что-нибудь в одном, то здесь, то там, то там, то там, все, то есть. Потом вот там пятка там никогда не болит, пятка заболит, ну, так вот как-то вот. Ну, да, оно потихонечку восстанавливается, но просто какое-то все где-то, все что-то где-то в разном. Вы разделяете, еще можно бежать дальше, там, с какими травмами, какие надо отдохнуть с доктором? Если, ну, советы, плюс еще важное, если это боль, если это не дает тебе, то этого не стоит делать через боль. Я не пью, нет. Я пил обезболивающее. Что у меня было, я уж не помню. Но это у меня желудок что-то, у меня с желудком был. Ну, это такое, да, желудок. Вот. А так нет. Я считаю, что это надо на организм. Если, например, я бы был бы, ну, я не знаю, там, готовился к чемпионату мира, да, или Олимпийские игры, там, да, вот, и надо это делать, то приходится принимать. Ну, как наши ребята, ну, вот так вот, что получат. Но так как мы все-таки любители, да, надо. И главное, я считаю,
Для нас это не пробежать один раз и рассыпаться, а как бы бегать долго. Раз мы марафонисты, значит, надо долго бегать. Лучше бегать, считать, что тебе надо будет еще потом бежать, потом. То надо остановиться. Боль — это сигнал организму, что что-то не то. Ты можешь преодолеть. Я, например, такой толерантен к боли. То есть, если я, например, вот бегу, и у меня, например, да, какой-нибудь новый кроссовок одел, что-то еще, и там что-то мне не очень комфортное, я с ужасом думаю, что когда я остановлюсь, то я открою, у меня там будет все в крови, там до мяса. То есть, вот, и я прям думаю, надо останавливаться и смотреть, потому что я могу бежать, и все потом будет, вот, ну, вот просто уже. Поэтому, но для этого надо, ну, голова все-таки, мы, скажем так, бегаем, чтобы все, но голова все-таки организм, чтобы питать, значит, наше... Сорвали? Нет, ни разу. Нет, никогда. Например, когда я готовился каким-то, я в какой-то момент прекращал тренироваться, чтобы у меня, например, что-нибудь залечилось там, да. Вот я, например, кажется, перед Нью-Йорком я себе порвал мышцу икроножную там внутри, там, да, то есть я там не тренировался почти месяц, потому что примерно 20 дней нужно любому биологическому веществу, ну, чтобы, то есть, ну, ты, ну, ничего не можешь сделать, если у тебя что-то провалось, то просто нужно ждать, чтобы оно, ну, срослось, ну, и это является для, там, для любого биологического организма какой-то там, не помню, то ли 20 дней, то ли там, ты ничего не должен делать, вот, когда тебе оно... Снова оно там склеилось, там, да, срослось, ты можешь начинать бегать. Вот. На дистанции что-нибудь болело? На дистанции, ну, болит, но все такое, ну, болело, да. У меня вот сейчас я бежал, тоже болело, вот здесь вот как-то болело. Сначала болело, потом не болело, потом опять болело, потом уже, потом говорит, да, уже там, да. Да, 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 если ты... Если, говорит, после 50 ты проснулся, и тебе ничего не болит, значит, ты умер. Ой, это сложно. Но я, да вот я прилетел там в четверг утром, да? В среду утром прилетел, пошел на экспо. Четверг, пятница, суббота. Наверное, я в четверг прилетел, вот, на экспо, потом пятницу, субботу, был пятницу экскурсия, ну, потому что интерес все-таки. Я в Токио, я не был ни разу в Японии, это страна, кстати, которая, ну, если мы говорим про Токио, там, да, но она интересная, как, ну, там инопланетяне живут, поэтому, как бы, такие они очень интересные ребята, вот, интересно посмотреть. Вот, в субботу, конечно, перед марафоном надо так спокойнее стараться, все. Вот, ну, ходить? Сложно. Что, ну, ходить меньше, ходить, ну, как бы все-таки отдыхать, да, отдыхать, потому что впереди такая вот тяжелая работа, лучше ну, отдыхать, не сильно нагружаться себя, да. А что посоветуете по восстановлению после таких длительных дистанций? То есть, понятное дело, все-таки организм напрягается, все, те, кто тебя знает. Ну, массаж, ну как, ну, массаж Саке. Надо. Саке. Да, массаж. Массаж стараться делать, да? Сауну, да, сауну такое вот, это, ну, как бы расслабление. Ну и питаться, надо поесть там, я не знаю, там, белка. Что? Через какое-то время. Да, да, да. Ну вот, я считаю, что массаж и какая-нибудь баня, вот, хорошие вещи. Ну и еда поесть надо. Вода, да. Вода хорошо. Да, вот девушка. Перейдите. Ты опоздал. Да. Сколько лет вы бегаете и сколько часов в неделю у вас уходит на спорт? Я бегаю где-то. Я начал вот бегать, наверное, так. Да, так, первый я марафон пробежал в 12-м, да. Ну вот я где-то с 12-го года стал там заниматься циклическими видами спорта, наверное, с начала 12-го года. Сколько уходит на спорт, тут важно, к чему готовишься. Если, например, готовишься там к Ironman, там в какие-то моменты прям может уходить больше там, 20 часов там, да, в неделю.
Если просто бег, то, в общем-то, это там час примерно в день каждый. Ну и там в конце, в выходные, там, да, ну там полтора-два часа может быть бег. Там, да, то есть вот так вот посчитать, сколько там, шесть часов плюс, ну там часов 7.5, там, да. Да, да. Стараюсь, иногда не получается, прям каждый день, но вот, ну, стараюсь каждый день бегать. Это не является, можно не бегать каждый день, я думаю. Сделали по десятке каждый день. Ну, да, с умом, да, то есть. Теперь можно мне? Да. Да. Представьте, пожалуйста. Как раз вот до беговую эту эпоху, потому что я не очень знаю, потому что мне интересно. То есть было уже время, когда бегал. Но вот я знаю, например, ты увлекался, ну, судя по фотографиям, известной клиники, Ну да, я. Виндсерфингом, да, кайтсерфингом и просто серфингом, да, я. Три это увлечение продолжается? Да никогда, вот, вообще, беговое рабство, мы же в беговое рабство попали, то есть. Вот, а тогда, ну, как бы, чем отличаются для тебя вот циклические виды и что у них там особенно, например, от серфа, да? Ну, я могу сказать, ну, к сожалению, отличается тем, что, чтобы что-то, ну, вот, когда я что-то делаю, мне, ну, я не могу сказать, что я стремлюсь к тому, что там, каким-то, первым, то есть вот я стараюсь без фанатизма, но мне интересно какое-то там развитие. Если мы говорим про серфинг, проблема в том, что здесь нет моря и нету, это очень, вот именно серфинг, это, конечно, очень хороший вид спорта и тоже природа там, да, вот. Если бы я жил, может быть, на берегу моря, то я бы, конечно, бы тоже продолжал быть. Потому что это совсем другое, ну, как я не знаю, там, ну, мира, ощущения, понимания. Плюс еще, конечно, тут, если ты, ну, так, на хороший, там, я там до какого-то уровня дошел, там еще, конечно, есть элемент преодоления своего страха, потому что, когда ты выгребаешь на волну, то у тебя могут возникать разные ситуации. Просто серфинг. Ну, когда просто на кайте я катался на волнах, там, ну, я сначала просто катался на виндсерфинге, потом вот на кайте, и потом я стал только на волнах кататься, вот. И там, ну, тоже были большие волны, там я, ну, один раз был прям на, где я прям стреманулся совсем, там, вот. А когда ты на серфинге, ты просто еще лежишь, там это все больше кажется еще, ну, потому что ты стоишь, стоя там. И плюс, когда на кайте, то это такое хорошее такое, ну, как бы орудие доставки. Ты можешь там убежать, уехать, там, достать, это более мобильный такой там, да. Вот, если же ты на серфинге, то там ты, конечно, вот, быстро не гребешь. Там очень важно еще иметь опыт какой-то и уметь читать волны, там еще знания. То есть там это более такая вот, ну, я не знаю. То есть ты должен этому спорту отдавать гораздо больше времени. Да? А когда ты там что-то раз там, там, покатался, потом приехал сюда, забыл, потом уже с какой стороны к ним подходить, потом опять снова. Ну, такое все. То есть это не натуральное. А бег, он, бегать ты можешь. Ну, и как-то мне понравилось бегать. Я, в общем-то, не могу сказать, что я себя там заставляю. Мне прям. Для меня бег – это какое-то ощущение такого, как полета, что ли, я не знаю. То есть вот если бежать, научиться, если вот они вас научат бегать, не как вот первое, а вот как второе, наверное, да, я так понимаю, а привычные техники, эффективные, вот, то бег это какой-то такой вот, ну, это, наверное, что-то подобное, похоже на какой-то медитативный какой-то, вот, медитацию, да, какой-то такой, вот в этот самый прям, да. А в Москве вы где бегаете? А только вот да, ну, не в Лужниках, там, на той стороне лучше там, да. Можно по Лужникам бегать, вот, либо вот в парке Горького, там, вдоль, там. Ну, кто где живет, ну, в парках там, да, как. Потому что я не очень люблю вот между людей там где-то по каким-то, то есть где-то вот, чтобы природа, ну, не природа, ну, где ты как-то, у тебя есть что-то, где бегать. Не, вот. Ну, ну,
много мест, почти в каждом городе можно найти, где, где бегать. А по вот складу характера людей, вот если про серфинг все-таки, то есть и бег, например, то есть ты видишь какую-то разницу, что я понимаю, серфер. Бегуно. Мне кажется, разные. Да, чем-то отличаются взгляды на. Слушай, ну бывает. Слушай, ну разные бывают бегуны. Даже триатлонисты бывают разные, как вот недавно, как недавно выяснилось, понимаешь? То есть, если ты быстрый там какой-то или бегун, или триатлонист, какой участник чемпионата это мира, ты можешь быть козлом вообще полным. Так что это. Парамонов, например, там, да, мой товарищ тоже. Ну, как товарищ нельзя назвать, ну так, то есть. Ладно. Чем отличает серфер от бегунов? Веселее? Серферы веселее. Серфер. Веселее. Тут, да, тут сильно. Ну, ни один из серфер марафон не пробежит. Вот. Ну, может быть, да. Но это такая культура. Ну, может быть. Ну, тут еще тоже они же бывают разного. Молодые там, да. Но это более такое, я не знаю, притягивающее, может быть, да. Серфинг это еще более. Понимаете, вот бег, особенно длинный, там все-таки молодежи не так много. Уже это, ну, нету, ну, к чему, все, нет антуража такого. А серфинг это еще там, можно представить, там. Утро. Ну и правда красиво очень. Вот утро, там, или наоборот, вечер, там, туса, там. Люди. Да тут, да не-не. Здесь не-не-не. Ты там бежишь по этому асфальту. Там, конечно, его победить сложно. Только тем, что у нас нету ни волн, ни это самое, то есть нету. Это такая вот соул такой, понимаешь. Я узнал, круто. Да, 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 вот только будет первый раз. Да, да, да. Но у меня много серферов знакомых, потому что. То есть теперь можно будет тренироваться. Ну нет, почему будет, мне кажется, только на искусственной волне, да? На искусственной волне, а на специальной там конфигурации. И таким образом, как бы, тренировки к нему тоже. Ну так, чтобы вы понимали про серфинг, то есть, вот, конечно, можно. Вау! Но вообще серфинг это вот ты там 2 часа находишься в воде, ты катаешься, наверное, в общей сложности минут 5 или 3. Потому что ты сначала выгребаешь, там, да, на лайнапе сидишь, там, и, там, языком болтаешь. А потом, когда волна приходит, если там много, обычно мало мест, где нету людей. То есть всегда много людей. И чем ты лучше, тем твоя волна, ну, чем ты берешь волну, потому что есть определенные правила. Если ты правила не соблюдаешь, ну, можно морду получить там, да. Вот. Ну, как-то, значит, ну, ты как бы нарушаешь правила, как там, дорогу, там, значит, там тоже. Ну, там, да, там ты должен, ты как бы право имеет тот человек, который к обрушению волны стартует. Чтобы стартовать ближе всего к пику, да, ты должен быть очень, ну, хорошим. То есть там наибольший такой вот такой дроп сразу, ух. Вот, если ты хочешь разогнаться и так по, ну, вот если вот она, например, волна, например, там левая, там, ну, например, вот сюда левая, она в левую сторону. Вот там у нас берег, вот здесь вот. Волна идет, начинает рушиться, вот здесь вот парень туда раз, здесь она самая такая прям сильная, самая, начинает обрушаться и начинает там сюда. И вот он соскочился, а вы здесь, где там поменьше волна, у вас доска побольше, там, ну и вы там выгребете. И вот он, вы если сюда, ну значит, ну как бы это, залезьте на волну, вы его дропнете, потому что он начинает ехать, и вы тут появились там, да? Такой, что такое? Вот. Ну и там вот показывают фильмы, там побить могут, там, и так далее. Вот. Поэтому ты то, как бы ты должен научиться, но ты как-то не можешь научиться, потому что там все берут волну. То есть это такая сложная история. Конечно, если ты там живешь, ты там можешь там утром рано или там вот. Это сложно. Это вот ты проводишь много времени в воде, а учишься именно кататься не так долго. То есть это надо, ну, жить. Поэтому хорошие серферы обычно, ну, локалы, там, которые там в этом. Или наши, как дауншифтинг куда-нибудь на Бали там, или. Ну, в основном на Бали. Потому что я даже не знаю, куда еще наши ездят. Гавайи совсем далеко, но все-таки более дорого. На Бали, ну, вот. I love surfing. Я хотел
Мы упомянули тот лондонский и чикагский марафон. Угу. И про Кону хотел вас спросить. По кого еще? Про что? Про Кону. Про Кону? А, да. Ну, лондонский и чикагский марафон. Ну, вообще все мейджоры, они, конечно, очень хорошие. Там, да? Вот, лондонский марафон тоже очень такой... Ну, не знаю, во-первых, он красивый, там проходит через какие-то достопримечательности, начинается на нулевом меридиане в Гринвиче, вот, и прям почти весь Лондон пробегаешь мимо самого быстрого парусника Кати Сарк, перебегаешь как раз, когда начинается, когда полумарафон ты пробегаешь через вот Тауэр Мост, там красиво. Пробегаешь в каких-то местах по очень маленьким узким улочкам, где ты не можешь держать свою скорость ни быстрее, ни медленнее, потому что тебя прям несет там вместе с людьми, там, то есть таким по булыжникам. Очень много людей, которые болеют за тебя, и финишируешь прямо вот возле Букингемского дворца, там пробегаешь. Очень хороший марафон проводится. В апреле они делятся, там, те, кто в начале года проводится, и в конце. Чикаго красивый город, начинается в парке Миллениум, где очень красивые скульптуры современного типа такие, и достаточно плоский такой марафон, тоже, мне кажется, может быть быстрый, и проходит через там Чикаго. Было бы еще здорово, если бы он еще больше бы там озеро чикагское, но такое большое, красивое, но так его чуть-чуть только видно. И ну да, это вот как раз конец уже там, да, 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 последний поворот, куда уже вот. И сам город стоит, это как вот еще такие марафоны, я, например, вот не был никогда в Японии, да. И, да, я не был никогда в Японии, вот этот марафон мне позволил, как бы, надо же бежать там, да, и заодно в Японию съездить. Вот, Чикаго тоже город, который, конечно, следует посмотреть. Это очень красивый город, центр города, очень много, вообще там много архитектуры. Первый небоскреб появился в Чикаго, его там уже не осталось, его снесли там, да, но вот... Я прям все рекомендую, все эти города, они стоят того, чтобы посмотреть. Ну, парижский не входит в мейджоры, я бежал парижский марафон, очень красивый тоже, один из, наверное, тоже самых красивых. Особенно для девушек, там, пробежать парижский марафон. Это... Вчера там был полумарафон. Да, 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 там погода была плохая. Да. Пункты питания. Допустим, у нас бежишь, и там стаканчики, шкурки, там... Шкурки, стаканчики, шкурки. Да, вот. А вот в этих марафонах так же или как-то это по цивильному решать? Ну, нет, там стоят... Тут еще такое, я бегу, так, чуть-чуть впереди. Понятно. Это как бы мне... То есть, ну, я не самый первый бегу далеко, но так, то есть я... Пробегай, там еще не так сильно. В конце там уже, наверное, уже там, да. Потому что. То есть, ну, но там, вот там, я не знаю, вот я, кстати, не смотрел, наверное, в конце тоже там эти бананы дают. В основном там как устроено, вот я вот, ну, именно в Токио. Там или слева, либо справа. В разных марафонах по чуть-чуть по-разному. Там нету вот такой, наверное, прям стандартный. Ну, дают что-то изотоник пить, вода обязательно есть. Под конец еще дают, наверное, гели какие-то дают. Может быть, и, то есть, может быть, и бананы там, да. Ну, я вот. Ну и, конечно, люди бросают все. Ну, а как? Это же ты выпил, а они бросают. То есть тут вот это все мокрое, все вокруг. Ну, слушайте, там бежит там 38 тысяч человек. Ну, это... Да. Ну, в да. Чикаго, например, я не знаю, ты это видел, но я два раза бегал в Чикаго, и каждый раз вот этот старт, mm-hmm. и там буквально через метров 300 забегаешь в туннель, mm-hmm. и все начинают писать в туннель. Но кто не успел сходить до старта, не обращал меня? А, ты имеешь в виду сразу после? Да, сразу после старта забегаешь
какие-то люди стоят, а под нами никого нет. И поэтому все бегуны, причем женщины тоже, там разбегаются по этому туннелю. Я больше всего... Я как первый раз увидел, да? Я был вот просто... Я был поражен, я парижский полумарафон, у меня старшая дочь бежала, я был зрителем. И вот там это происходило примерно вот на старте. То есть там просто какой-то, просто там жесть какая-то была. Там они все выстраивались, там какие-то волнами, они их запускали волнами. И вот это приходит волна, сразу эта волна разбредается по углам, и под конец там просто море было. То есть это... То есть такое, ну это пол, да, полумарафон, ну такая вот, да, такая, вот, ну может не было. Ну а что делать людям, им же надо, ну как, ничего не сделаешь, то есть этих, но в Токио там такого не было, они там, да. Я все пытаюсь спросить, да. К растяжке. Сколько вы растягиваетесь после забегов, да, несмотря ни на что? Ведь... Так а вот я не растягиваюсь, надо растягиваться, у меня уже нету сил, да, а вот надо... Да, можно, но надо себя заставить. Да, вот я говорю, что это неправильно. Я считаю, что обязательно надо там тянуться, потому что это вот растяжка и ФП – это важная составляющая беговой подготовки, если хотите без травм бегать. А надо бы вам без травм, вы будущие матери, отцы. А еще вопрос был про Кону. А. Кона Гавайи. Да, но я, да, я. Да-да-да. Да-да, ну я просто там был, там, ну вот, поддерживал там товарищей, это было интересно, вот, там проходит чемпионат мира по Айронмену, то есть люди, которые отобрались там на чемпионат мира, там вот, ну там условия, я там как-то утром даже бегал, очень тяжелые условия, очень большая влажность и жарко, то есть там, конечно, там, чтобы, поэтому люди, которые там выступают, если они не готовы к этому, то очень тяжело им приходится. Вот. Ну, такая Мекка, как, я не знаю, как там, я не знаю, Бостон, можно сказать, да, бостонский марафон для бегунов, наверное, да, вот, то Кона это для там триатлонистов, там, да. Да, это вот. Ну, вот, да, тоже бежит в Ньютонах, кстати, да. Да, это вот такой, там у них алидрайв такой, ты бежишь, разворачиваешься, бежишь обратно, но это еще более-менее ничего, тут хоть море, да, а когда потом бежишь к этой Energy Lab, там вообще лавовые поля, все такое, и вот там, и там чуть-чуть так начинается все. Вот. Я утром там бегал, вот по вот этой дороге, прям мне было очень жарко, а так как я еще вот без воды, я говорю, обычно бегаю, и там побежал без воды, и там я, кстати, редко вот именно... Там я подумал, я коньки там брошу, и меня спасло то, что перед, это был чемпионат мира, там люди, многие бегают, и там просто какие-то люди, ну, в качестве рекламных акций, ну, на дороге ты мог просто бесплатно брать, там, попить, ну, пробовать там, да, их. Это меня прям спасло, я там до какой-то добрался, попил. Потому что очень влажно и жарко. Уже было 9 утра всего еще, 9 утра, а бегут все же позже, ну, пока они там проплывут. Я понял, конечно, там условия не это самые сложные. Да, да, вот это начало, они, да, начало, люди идут туда, значит, выстраиваются в такую, ну, в линию где-то там, и раздается выстрел из пушки, и, да, там, и все поплыли, побежали. Но это так, да, это уже такая другая лига, конечно, такая. На Кону, ты знаешь, я не планирую, потому что, чтобы отобраться на Кону, это прям мне надо совсем как-то прям от многих, ну, я как не знаю, то есть мне надо просто вот, просто, то есть я, ну, не такой, то есть я бегать-то, я бегаю неплохо, но там бегать, там надо хорошо велосипед, надо много ездить. То есть мне надо достаточно много усилий, времени на это потратить. Я никогда не говорю никогда, но вот так как я все-таки стараюсь не фанатично относиться к этому, то у меня пока вот нет в планах. Потому что это надо достаточно... То есть чтобы мне туда отобраться, это такой, надо открыть проект такой, какие-то вещи отодвинуть в сторону, которые я бы еще... Вот.
И как бы вот, но я пока так не понимаю, может там, когда там 80-90, там, да, то есть. В этой группе 80-80 лет. Да, да. Максимальный возраст, который вы видели, который вы знаете, максимальный возраст людей, кто бегает в марафон, нужен кто-то. А так что там какой-то индус там недавно, да? Да, сих там, да. Он там что-то 100 пробежал. Да. Добежал. Ну, я не... Ну, нет, я только читал там, я так вот... Ну, я видел, конечно... Ладно, ты же видел каких-то, да, там? Это моя супруга, которая... Да? Нету? Ну, люди разные бывают. Ширину больше, чем высоту? Сейчас в каком-нибудь костюме, наверное, 100 килограмм плюс. А вот в Чикаго впереди меня, я там что-то за 3:20 пробежал, впереди меня бежал человек, который жонглировал шариками. Ну да, он бежал, да. Быстрее меня пробежал там, да. Притом он пробежал, значит, получается, за 3, там, может, там, не знаю, 10. Три там тоже. Надо попробовать просто. Я в Лондоне на марафоне обогнал чувака в костюме черепашки ниндзя. Был такой удар просто момент. Причем я тоже бежал, типа, там, ну не 3:20, но 3:30 я пробежал. Вот, как друг. Бежал в эпидемии. В костюме в плюшу. А сколько было градусов? Ну, там нормально, там очень комфортно. А все мейджоры проводятся в суперкомфортно для марафона погоды. Это весна и осень. То есть они проводятся летом. А болельщики на мейджорс где-нибудь запомнились самые, там, как в Бостоне, там, знаменитые? Ну, Бостон, да, девчонки там орут просто, такая-то просто жесть какая-то была. Они, конечно, от них энергии столько. И, не, я как-то нет. То есть я первый бежал, должен был быстро, я там бежал на время, первый бостонский марафон. Второй что-то я уже так плохо соображал, вот. Там, да, вот эти вот Уэлсли колледж, кажется, они, конечно, там... Притом их там много стоит, но они тоже там разные. Некоторые из них такие активные, так орут, они просто, то есть, просто прям пытаются тебя... Ну, там надо их оббегать, прям, можно. Ну, то есть, кто хочет, они прям могут, мне кажется, прям затащить к себе туда, там, да. Вот. Вот. Ну, в Бостоне, конечно, много. Вот на втором Бостоне после взрыва там, конечно... Люди поддерживали, было очень много, да, людей просто какие-то, они вот очень, ну как-то, я не знаю, поддерживали. Ну много людей на мейджорах, много, ну вот в Чикаго, наверное, не так много, да, где было много людей, наверное, в Нью-Йорке очень много людей, в Лондоне тоже много людей. Я помню, вот этот мост, когда перебегал, там было много очень, много болельщиков поддерживают. Токио тоже, но там, говорит, очень много еще таких вот, добровольных там, добровольцев там, да, но они такие непонятные добровольцы, там приходят, они там все там строим, там, да-да-да, ниндзя, да-да-да, покемонами, кричат там, да-да-да. Гамбаре. Да, я запомнил слово так. Гамбаре, типа там давай, даже запомнил. Уже все время это гамбаре, они все там, все 3 часа они гамбаре там кричали. Ну, да, их там, наверное, какая-то разнарядка там, политбюро там, там, так далее. Вот. Вот. В каких кроссовках Токио народ бегает? Ну, какой-то есть процентное соотношение? Ой, я начал считать, а потом что-то на 10-м километре я что-то за это самое, ручку потерял. Ну, там Asics спонсор, да, это японская компания, и мне кажется, вообще в Asics больше всего так глобально, наверное, бегают. В марафонах, да, я, кстати, не исключаю, может, и даже на коне, нет, Asics, ну, на коне много, да. Asics такие наиболее, да. Это такая, это как очень, ну, персональные кроссовки, это надо пробовать, смотреть, как, что будет, вот.
Давайте еще пару вопросов, будем закругляться. Еще кто-то медаль может захочет посмотреть. Да, пожалуйста, пожалуйста. Какой марафон запомнился вам? Не остановить. Можно только молодого человека, и раз, тогда она так переключится, и все. Что? Ну, все-таки, наверное, все-таки, вот, который я так долго вот, с администрацией американской договаривался, наверное, это такой, да. Ну, Бостон тоже. Ну, везде есть какие-то моменты, например, Берлин, я чуть там в конце чуть не помер, то есть я прям это помню, там, то есть мне прям так было тяжело. Я говорю, когда же он закончится? Там должен был разворот, я после каждой вот, переулка думал, что когда же наконец я повернул. Вот. Ну, Нью-Йорк просто такая атмосфера, там все-таки это был такой день рождения. Что же там? Ваши карты разве показывают, где пишешь? Да там уже, там уже некогда, вот я до такого состояния все задать марафон, что там мне уже все равно было, ну, и часы там есть, они нет уже, то есть такое уже. И в Бостоне, когда было холодно, падение сахара или просто холодно? В Бостоне нет. Падение сахара у меня было один раз, и я, там мне прям помню, это было на марафоне, на первом в Айронмене. У меня такого никогда не было. Там у меня было несколько таких вот новых два экспириенса в жизни. Первый — это когда у меня начала голова кружиться, и так мне стало плохо. И я думаю, что такое, никогда такого не было. Что-то мы не тренировали это. То есть так, все пошло. И тут мне где-то, я так бегу, но так я так думаю, что такое-то? Что случилось? И что с этим делать? Я же не понимаю. Ну, не было никогда, да? То есть где-то я читал это, даже какое-то слово, гликомичу там куда-то, как это называется? Гипогликомия. Вот, я не мог это выговорить у себя внутри. Думаю, наверное, это. И я добрался до первого. И там кока-колы было, и так я ее не пью много обычно, потому что у меня потом газ начинается от кока-колы, и желудок потом болит. Я там себе раз, и как-то потом раз туман отрасселся, и я побежал. Вот. А потом в конце, значит, я так думаю, сейчас я ускорюсь там, и я побежал, вот, и у меня судорога. Вот, ну, не было ни до, после этого, ни после. Вот, прям я не смог, то есть такой, она прям не своя нога такая, я такой бам, там упал там, да. Меня после этого, такая голова на две части разделилась, туловище такое, бум, и на два человека такие, хоп, один говорит, ну что, все, типа, ты вообще сделал все, что мог, теперь ты можешь спокойно там дойти пешочком, там, да, вот, а второй такой, ты что, обалдел, мы должны сделать это, давай, вперед, беги. Вот, и я такой смотрю за ними, они так разговаривают, я говорю, ребята, вы это, я вам не мешаю там, да, вот, и все, ну, я так как-то, а там, ну, правда, потом я так раз, она так, нога чуть стала, я пошел, потом начал бежать, и чувствую это, когда вот я начинаю быстрее бежать, она так, я так, оп, назад, и вот так я так добежал марафон, ну, вот, был... Что-то не очень довольный, что я... Ну, тоже, кстати, быстро начал я что-то первую половинку. Потому что я когда наконец начал бежать в этом Ironman, слава богу, некоторые там, а я такой, о, наконец-то я побежал. После этого велосипеда, это плавание, а тут прям я как дал там что-то с дуру, да. И вот там что-то я там половинку пробежал, то ли за 1:30, что ли. Ну, как это прям я быстро. Ну, а всего потом я там что-то за 3:30, что ли, пробежал. Был недоволен, что я не быстро пробежал. Ну, с ума сошел, то есть уже. И вот две вещи было. Первый, вот сахар упал, видно. И второй, вот судорога схватила, и ты ничего не можешь делать. Что? Бостон было... Ну, не-не, Бостон было... Нет, это первый был в конце, но это я после того, как я финишировал, мне было холодно. Просто я просто замерз, я не мог согреться. После, внутри, когда я бежал, нормально было, но так мне было просто, я прям вот, прям меня всего, я залез под одеяло там, да, и вот пытался согреться. Нормально там была температура, какая была температура? Ну так, какие-нибудь там, плюс какие-нибудь, температура на, вот, ну, я не знаю, там. Ну, 12, может, градусов. Там. Ну, так, да, ну, то есть тепло. Это от этого, это часто, я знаю, это когда вот тоже вот падает сахар, ну, вот энергии много уходит, и человеку просто холодно. Для чего дают всякие вот эти вот накрывашки там, да? Потому что всем людям холодно, ну, кому как. Вот. Поэтому всегда дают какую-то, ну, это
Поэтому надо все, да, потом. Хорошо. Да. Так, ну, дай что-то все время. Да, да. Если у вас любимое время тренировок, но... Только я только утром, первым. Я прям не могу вечером, я прям как-то, я уже такой. Я вот стараюсь только утром, если можно, тренироваться. Я как-то еще бодрый, полон сил. Вот. Так, если просто пробежаться, если еще какие-то интервальные делать, то стараюсь утром всегда. Ну как, а сколько? У кого сколько? Утро. Могу бегать. То есть я могу бегать спокойно, на голодный желудок. Не мешает, кстати, потому что поешь, надо чуть-чуть время какое-то, да, поэтому можно на голодный желудок бегать. Я побежал. Я хотел спросить в завершении. А поднимите руку, кто бегал полный марафон на дистанцию? Ну, тут, тут смотри, да. Не, ну, где пробегал дистанцию, марафон, сразу. Ну. А кто не бегал, еще поднимите руку. А кто из мейджоров что-нибудь бегал? Кто бегал хотя бы один мейджор-марафон? Вот из этих шести. А что значит мейджор? Ну, вот любой. Хороший вопрос. А что такое марафон? А что такое? Помнишь, у нас были те, кто от дождя зашел? Да. А что значит бегать? А кто хотел бы пробежать хотя бы один из этих шести? Дим, ну тогда тебе надо сказать какой-то допустимый. Да, я вам, да. Глобально, ребята, я вам желаю, значит, добежать до своей цели. Не обязательно это должен быть марафон. Если вы получаете удовольствие от бега, это очень хорошо, потому что, ну, у многих людей есть свои, увлечения, да, свои увлечения, да. Кто-то йогой занимается, там, да, кто-то, ну, вот, если вот вы бегаете, это хорошо, потому что мало что нужно для этого. Ты взял там кроссовки, там, да, и побежал, это какой-то определенный тоже может быть какая-то медитация, там, да. Вот. Но помните, что все-таки это должно быть не только вашей целью, да, то есть это может быть средством для того, чтобы вы поддерживали себя в хорошем состоянии, получали удовольствие, вот. Поэтому наслаждайтесь бегом, и вам самое главное, но не только не в узкие все рамки, только бега не загоняйте. Вот. А желаю вам, чтобы вы, и в, если у вас есть в беговом цели там, в беге, я вам хочу сказать, что любые цели в беге достижимы. Вы можете пробежать один мейджор, там, два, вы можете пробежать все, и это совершенно возможно. Вот. Ну и плюс, и это пусть вам дает силы, занятия бегом, для достижения ваших других результатов в вашей жизни, разных результатов, которые могут быть совершенно в разных областях. Вот. Так что я вам желаю всего самого хорошего, добежать вам до ваших целей. Вот, ставьте их. Спасибо, что пришли.